Star Farmer. Тридцать три вопроса, ни одного ответа. Да, Steam Demo. Я это и так вижу. Давай посмотрим, что у нас тут по плею будет. Космический фермер. Ой, ну и физиономия. И опять какая-то летающая хрень. Что-то я вот эти вот летающие хрени все чаще-чаще вижу. А, ладно. Ну ни хрена ты умеешь, дядь, чё? Ну, открыть можешь? Нет, конечно. Боже мой. Почему? О, я еще приблизить не могу. Ужас, какое тут тупое управление, это звездец, слушай. Кошмар какой-то кошмарный. То есть у нас есть две грядки для посадки. Стоп, а что это за мусор такой? А, можем продавать всякую ерунду. Ну, слушай, приблизить не могу. Графики нету. Чушь какая-то, по-моему. Никому так не кажется. Я даже корабль тут пытаюсь посмотреть как-то. Это не получается. Ну, что могу сказать? Крайне убогой игрушечка. Ладно, если бы здесь можно было, вот, к примеру, как в Римворлде, несколько чуваков на корабле тут развивают фермерство. Там надо управлять ими, смотреть за ними. Я бы еще согласился. Но это... Я даже не знаю, пародия на чего к чему. Какая-то вроде беспонтовая игрушка.